О выполнении, а точнее невыполнении России и минских договоренностей говорили сегодня главный дипломат Германии Зигмар Габриэль и его российский коллега Сергей Лавров. Глава немецкого МИДа заявил, что он не понимает, почему перемирие на Донбассе ограничивается лишь периодом сбора урожая, хотя и назвал эту договоренность положительным результатом. Габриэль собирается также провести встречу с президентом РФ Путиным. Повестка дня этих переговоров пока неизвестна.